В последнее воскресенье ноября страна отмечает День матери. Ирина Головченко – социальный педагог Абаканской 7-й школы, тоже жена и мама. Мужская половина семьи – сотрудники ГИБДД. Сын пошел по стопам отца. И видеться с ним часто не получается. Поэтому Ирина на рабочем столе держит фотографии своего ребенка и переживает за будни инспектора. Каждый день, когда он выходит на работу, как и любая мама, наверное, сотрудника полиции, естественно, любая мама будет переживать за своего ребенка, потому что его служба связана с риском для здоровья, с риском для жизни его. Станислав Головченко – инспектор технадзора ГИБДД Хакасии. Если выпадает свободная минута, то старается навестить мать и бежит в школу. За короткую встречу стараются обменяться новостями, поделиться секретами и проблемами. Одним словом, ведут непринужденный разговор. Это поднимает настроение, но вот вечером часто охватывает тоска. Материнские мысли никуда не денешь. Приходится переключаться на что-нибудь другое. Смотрю какой-нибудь сериал, либо читаю книгу, либо выйду на улицу, погуляю, либо встречусь с интересными мне людьми, те, которые меня поддержат разговором. В семье Головченко уверены, жизнь может преподносить сюрпризы и хорошие, и плохие. Главное, чтобы за спиной стояли родные люди. И ближе матери на этом свете нет никого. Это высокое звание быть мамой. И, конечно же, я хочу пожелать мамам, это главное, здоровье, потому что наши дети нуждаются в нас здоровыми. Конечно, долголетие. Пусть в их семьях царит всегда мир, покой, чтобы поменьше было тревог и забот,